Сейчас поеду аккумулятор куплю, поменять им аккумулятор. Машине аккумулятор сдохнул. Мы уже один раз ремонтировали ее, другие аккумуляторы ставили, но не что-то проходили недолго. Сейчас я поеду другой возьму. Сейчас дети просят трамплин на... И потом поеду, съезжу за аккумулятором. Поедем на мотоцикле, прокатимся. Эти трамплины у этого человека довольно часто берем. И уже имеем большие скидки. Так, сейчас включим мотор. И все заработало. Здесь находятся такие отверстия, чтобы спускать его. Закрыть. И с этой стороны такая же штучка. Ой, как ветерок дует хорошо. Сейчас он начнет надуваться. Поднялся. Очень высокий. Хотим еще в магазин съездим, купим аккумулятор, чтобы эта машинка заработала. На эту уже поменяли. Надо на этой поменять. Надо еще и выехать, как-то. Соседи сегодня тоже, наверное, готовиться будут к завтрашнему празднику. Они уже пригнали. Рецепт какой-то привезли. О, наши кошки подбежали. Готовится к своему празднику. Завтра будет здесь очень много народу. Когда дом покупали, здесь вообще ничего не было. Здесь только два поля было. А сейчас за эти года уже расстроилось. И вот вчера здесь ничего не было, а сегодня какое-то непонятное здание стоит. Это уже кто-то офис поставил. Посмотрим, что здесь будет. Потихоньку все расстраивается. Строят, строят. Точки парикмахерская, она здесь вот работает. Но сейчас что-то думает закрываться, не хочет работать больше, будет сидеть дома.
Городок, приехали сюда. Мы в этом магазинке, куда я сейчас еду, мы уже один раз были, но там я шлем перевернул, и было все кверх ногами. Я думал, что камера развернется, а она, оказывается, нифига не развернулась. Сюда скоро поехали. Сейчас пробежимся по магазину, найдем аккумулятор. По-быстрому возьмем его и поедем домой. Пойдем по-быстрому прогуляемся. Где она находится? Сюда. Посмотрим здесь. А, вот они. Вот они, вот они, вот они. Так. Какой нам нужен? А, вот. Вот такой. Первый брать не будем. Возьмем последний. А этот уже, кстати, открытый. Они все открыты, да? Все, посмотрели. Все на месте. Так, что у нас еще здесь есть? Все, что хочешь. Все, что хочешь. Ну, сегодня некогда ходить. Поедем домой. Поменяем. Здесь от цветов, лампочек, люстр. Все есть. Вот такой магазин. Довольно-таки большой. Ну, в нем почти все есть. Что такое необходимое. Здесь вот так вот. Здесь какие-то ящики какие-то. Под мусор. И цена у них не мусорная. Хорошо все стало стоить. Да, она и стоила, в принципе, недешево. Здесь цветы на улице выставили. Лейки.
бочки под воду, прицепы. Цены по размерам. Хочешь маленький, хочешь побольше. Здесь под воду. Дождевую воду заливаешь и потом огород поливаешь. И вот такие вот. Ладно, поедем домой, а то дети ждут. Возникла маленькая проблема, у нас багажник не входит. Рюкзак тоже не взял. Попробуем так довести его. Поедем медленно, чтобы его не потерять. Тоже машина стояла, люди интересовались хватом, сколько у него ПС и сколько он стоит. А стоит он в данный момент очень дорого. У нас здесь пробка образовалась. Ну давай, обгоняй, обгоняй. Везет нам сегодня. Постоянно на красный попадаем. Заедем домой с другой стороны. Покажу вам свое бывшее место работы. Вот на этой фирме я проработал 18 лет. Сейчас ушел, ни капельки не жалею. Хотя здесь до дому полминуты идти. Но когда на себя работаешь, это лучше. Приехали домой, сейчас мы аккумулятор довезли. Дети уже все домой разбежались. Сейчас заменим аккумулятор. Сейчас уберем это три аккумулятора. Поставим один. Сами уже делали. Но они не пошли. Недолго они. О, какие они тяжелые. Вот теперь уже мусор. Надо провода немножко переделать. Да. Ладно. Возникла маленькая проблемка. У меня одной запчасти нету. Сейчас поедем съездим к моему другу. У него как в том магазине все есть. Мало места в ней. Ой, где у нее ручка? Ладно, поместились. О, машина стоит на солнце. И здесь очень жарко. Так. Вот подъезжаем к моему другу. Вот его дом. Кстати, человек холостой. Должен быть дома. Ворота приоткрыты. Сейчас посмотрим. Все, взяли. У него все есть. Давай, счастливо.
Сейчас пойдем соединим. О, какие-то мопеды ездят, мопеды, все упало, блин. Никого нету у меня. Так, все забрали, собрали, заколхозили чуть-чуть. Ну пойдет, блин. Нормально все. Сейчас проверим. Запускаем ключик. О, загорелось. Заработало. Музыка. Все работает. Вот китайцы молодцы. Можно и потанцевать теперь, блин. Все, ездит. Надо ждать внуков. Надо ждать внуков, когда придут, проверят, как она ездит. Вот полезное дело сегодня сделали. Не просто так день прошел.